Сообщаю, что ваш сын, лейтенант, товарищ Липутин Виктор Александрович, 1923 года рождения, уроженец Мурманской области Кандалакского района, состоял на службе воинской части, полевая почта номер 48-890, и умер 31 июля 1947 года, покончил жизнь самоубийством. Похоронен город Баден, Австрия, на кладбище погибших воинов Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Боевой, он прошел, он воевал, он остался там и был. Давайте разложите там, тоже снимем. Его зовут, звали Стефанцов Федор Георгиевич. Он 1922 года рождения, родился в Бессарабии. В конце 45-го он писал письма такие радостные: «Ждите меня, скоро буду». Через 8 месяцев пришла похоронка, что он погиб. Потом мои родственники пытались найти конкретно могилу, чтобы туда поехать. Через военкомат делали запрос через Красный Крест и приходили ответы, что такой могилы не существует. Я здесь пою уже 12 лет. И у нас весной была спивка трапезная, а там у батюшки лежат типа справочников. И я решила открыть на букву «С» и обнаружила там своего дядю. То есть это чудо из чудес, это просто божий промысел. Сейчас вот в этом да, и там конкретно значится кладбище и номер могилы. Сейчас вы надеетесь, что да, это сейчас напишите? Да, да, да. И я, конечно, очень хотела бы, чтобы вот, если такое случится, то есть эта могила существует, мы с удовольствием туда поедем, найдем. Ну, изыщем средства и туда поедем. Вот в этом месте пропуск, потому что еще неизвестно точное количество, и когда он уже точно может сказать, сколько человек погибло, тогда дополнительно уже туда поставят цифру. Со духи праведны скончавшиеся, души рабы спаси упокой. 1972 habe ich begonnen, ein Beruf hier in die Hilfe für die Landesregierung. Я ландшафтный архитектор. В 1972 году я начал, было задание от местного правительства привести иностранное кладбище в нормальное состояние. Вначале это было очень сложно, но все времена лечат раны. Сегодня это уже так, если что-то не в порядке, то люди уже знают, что нужно позвонить мне. И вот когда я работал на кладбищах советских военнопленных, это всегда были кладбища неизвестного солдата. В августе 1945 года была волна самоубийств в Линце среди русских. Он говорит, это все было жертвы СМЕРШа. То есть они не кончали самоубийством? Also es waren keine Selbstmorde, sondern sie wurden von СМЕРШем gerichtet. Он говорит, с вероятностью 99,9%. Теперь вот вся моя картотека о советских солдатах. Всего 74 514 человек. Это во всей Австрии. По-русски, по-немецки. Звание, национальность, когда и где рожден, где жил, военная часть, номер, который ему присвоили, где погиб, когда погиб и откуда у него эта информация. Это всегда важно знать, откуда у тебя эта информация. Отец Вячеслав, напишите по-русски в поиск имя, фамилия, отчество человека. Виктор Александрович.
Липутин Виктор Александрович. 1913. Похоронен в городе Баден на кладбище погибших воинов Советской Армии в Великой Отечественной войне. Нет. Цек, 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 дому Зигинен. Лапин, Лапин, Ларионов, Ларионов, Лошенко, Лилухин, Лилухин, Лилухин. Нет, ничего. Нет, если Ляпутин, он же ниже должен быть. Но если это СМЕРШ, то, может быть, он и совсем не в Бадене? Außerhalb von Baden, Richtung Helenenthal. Und in diesem Garten sind diese Toten gelegen. И там вот где-то в саду в Бадене лежат 160, ja? Ja? Лежат вот 160 похороненных солдат, эту информацию нашли только в 62 году. Und? Jetzt vor kurzem haben wir erst diesen Akt angefunden. И вот только недавно мы нашли вот эти все акты по ним. Die sind heute als unbekannt. И эти солдаты сегодня, они еще как неизвестные. In der Zeit, da ist der große Obelisk und rückwärts links ist dieses Massengrab. Ist das Baden? Das ist Baden. Baden. Und da rückwärts sind jetzt die neu dazugekommen. И вот там в конце лежат те похоронены, которые сейчас новые документы на них пришли. То есть там в углу 160 человек похоронено. То есть есть на некоторых могильных камнях фамилии, а людей там нет, а они похоронены на самом деле в другом месте. Степанцов. С. Степанов, Степанов, Стефан. Лук. Сорокин, Зубков. Почему Зубков здесь в этом месте? Через С. Зубков. А он на самом деле наш... Стефанов, Стефановская... Вот, Стефанцов. Стефанцов. Фёдор Георгиевич, как он там? Да, Фёдор... Да. Вот, Фёдор Георгиевич, вот. Да. Рядовой солдат в Бессарабии, вот это он. Да. Вот. Инфекцион шпиталь. Инфекцион шпиталь. Госпиталь Мистельбах. И его имя может быть обнаружено там, на плитах? Wirklich? Возможно. Мистельбах. Ich habe einen sehr guten Priester gehabt, der ist leider mit 53 Jahren gestorben. У него был очень хороший священник, который, к сожалению, умер в 52 года. Он помог ему пробить идею, чтобы нам разрешили на военных кладбищах устанавливать православные кресты. Липутин, видишь. А нам надо было... Липутин. Липлатин. 40% практически неправильно написано. А. Неужели нашли? Да нет, это, понимаешь, это... Липутин. А надо Липутин. Липу... Т. Было бы здесь? Было бы Липутин. Вот это где-то находится Липутин. Приветствую. Я звоню вам из Мистельбаха, прямо с кладбища, где ваш дядя, да, лежит. Вот мы не нашли его имя, но мы сделали фотографии. Мы привезем вам частицу
праха земли с этого кладбища. Здесь очень много таких безвестных могил, общих братских могил, где захоронены целые группы солдат. Так что только что пели вечную память, в том числе и вашему дяде. И вот остается эта пустота, остается эта неопределенность этих могил. Остается просто. Это абсурдная надпись Абракадабра. Эпитафия. Пейте спокойно, дорогие товарищи. Может быть, это обращение не к ним, а их к нам? Пейте спокойно, дорогие товарищи. 3 года назад он прекратился поток документов из архива. Он спросил в посольстве, что там случилось, через 3 недели ответили, это связано с проблемой охраны информации. Тогда он написал личное письмо Путину и послал это письмо не через посольство. Русский посол был этим недоволен. Я им говорю, что от посольства до Путина это еще 20 разных отделов. Jedes Büro hat zwei Papierkübel. И в каждом отделе стоит две корзины для бумаг. Und 3 Tage später. И 3 дня позже, nach diesem Gespräch, после всех этих переговоров, ist eine Delegation zu mir nach Hause gekommen, приехала делегация ко мне домой, die Arbeit angeschaut, посмотрели на мою работу, und ich habe die Unterlagen bekommen. И я получил все бумаги. Man darf nie aufgeben. Никогда нельзя сдаваться. Das Wort gibt es bei mir nicht. Never give up. Этого слова у меня нет. Я вспоминаю эти дни.